больше стало красивых предматчевых историй. С особым вниманием, скажем так, в этом сегодня к этому отнеслись. И, как мне кажется, какие-то вещи нам удаются. И раньше была такая хорошая традиция, то, что народ приходил на игры ЦСКА немножко заранее, чтобы посмотреть то, что будет перед матчем. Вот. И тот условно мэппинг, да, который делается на паркете, эти большие экраны, очень красивые, я знаю, что людям нравится. В этом сезоне стараемся совместить игру с яркой красочной презентацией матча. Вот. И какие-то истории внутри. Побежда! 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 Ваша задача уложиться в 30 секунд. Забивайте из-под кольца, потом штрафной обязательно забить. И в конце трехочковый. Поехали! О, какой молодец, Сергей, да! Ну давай трешку! Ну ты че? С Калининградской области сам я поступил в военный институт. Вот, и отпросился, так сказать, в очередное суточное увольнение и не отказал себе в том, чтобы прийти и поболеть за любимую команду. Чтобы попасть на этот конкурс, было необходимо выложить свою фотографию в Инстаграм и отметить ЦСКА, официальную страницу. Здесь дается 30 секунд для того, чтобы забить из-под кольца на двойном шаге, бросить штрафной и трехочковый. И необходимо уложиться в 30 секунд, и лучший результат записывали. В баскетбол играю достаточно давно, ну и, безусловно, везение тоже. Вот это да! 14,8! Скажите мне свою фамилию, я ее внесу в протокол. Борис Шевчук! Аплодисменты этому парню! Приходите, посмотрите, что он будет вытворять уже в ближайшую субботу. А в субботу предстоит играть с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем, Алексеем Саврасенко. В баскетболе не бывает рекордов, по моему уразумению, да. Главное, что мы выиграли. Сейчас тот этап сезона Евролиги, когда нельзя проигрывать дома и нельзя совершать ошибки в тех матчах, которые, ну, должны быть твоими. Поэтому выиграли хорошо, но как-то я не люблю рассуждать там про кто сколько забил трех, отдал передач, является достижением рекорда. Нет. Главная победа – то, что мы сохраняем место в четверке, что даст преимущество и площадке плей-офф. Я понимаю, что для зрителей, когда забивает много, когда там много трехочковых, это красиво, это здорово. За этим и любят баскетбол, но я, к сожалению, или к счастью, прагматик. Поэтому выиграли, ну, добавили себе очков, чтобы держаться в четверке.